Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 1 октября, по многолетней традиции, мы встречаемся с вами в нашем концертном зале на концерте, посвященном Международному дню музыки. Мы – это педагоги и ученики детской музыкальной школы номер 1 города Керчь. Много лет в этот день наш концертный зал был полон друзей и гостей нашей школы, пришедших насладиться великим искусством под названием музыка. В этом году наш зал пуст. Из-за ограничений на большие мероприятия, введенных во избежание распространения гуляющего по миру вируса, мы не можем видеть вас у нас в гостях. Зато вы сегодня сможете видеть нас. Мы подготовили концертную программу, приуроченную к двум праздникам – Дню музыки и Дню учителя. Несмотря на столь нелегкие для музыкального обучения два весенних месяца самоизоляции, не глядя на счастливые три месяца летних каникул и всего один лишь месяц плодотворной учебы, наши юные музыканты, их педагоги, концертмейстеры, педагоги-исполнители сумели подготовить программу и порадовать нас своим творчеством. Мы записали свои выступления и сегодня вместе с вами сможем их посмотреть. К сожалению, не смогут выступить наши большие детские творческие коллективы, но их участники с радостью поздравят своих педагогов, а педагоги, не имея возможности встретиться вместе на праздничном концерте, поздравят с экрана своих коллег, учеников и всех любителей и ценителей музыкального искусства. Уважаемые коллеги, преподаватели школы, дорогие родители, ученики нашей школы, я поздравляю всех с этим прекрасным праздником, нашим профессиональным праздником, День музыки. В этот день, 1 октября, весь мир отмечает это событие. Раньше в нашей школе это отмечалось большим праздничным концертом. К сожалению, в этом году этого нет, но наши дети, наши преподаватели с энтузиазмом будут записывать все свои лучшие номера, все свои лучшие выступления для того, чтобы все-таки отметить этот наш профессиональный прекрасный праздник. Я желаю всем в дальнейшем также любить музыку, заниматься музыкой. Всем отличного здоровья, это очень актуально в наше время. И всего самого-самого наилучшего. Дорогие мои друзья, дорогой наш коллектив, дорогие педагоги, дорогие концертмейстеры, у нас необыкновенный коллектив. Я вас поздравляю всех с нашим праздником. Хочу пожелать всем прежде всего, конечно, здоровья. А наше здоровье зависит также еще от наших учеников. Поэтому я желаю всех способных, трудоспособных учеников. Хочу обратиться к родителям. Огромное вам спасибо за то, что вы помогаете в нашей работе. Великий педагог Столярский, который воспитал плеяду знаменитых скрипачей, говорил: «Мне не нужны талантливые ученики, мне нужны талантливые мамы». Поэтому я хочу пожелать всем педагогам, чтобы у всех были талантливые мамы. Ну и, конечно же, мы все многодетные мамы и папы. Мы очень любим своих учеников. Желаем им большого роста, и это праздник не только наш, но и наших детей. Поэтому я всем желаю творчества, вдохновения, и чтобы все было хорошо, чтобы нас никто не болел, и мы могли музицировать в любой момент. Дорогие любители классической музыки, постоянные слушатели наших концертов, сегодня нам очень не хватает вас, не хватает ваших лиц, глаз, вашей поддержки, аплодисментов, живого дыхания зрительного зала. Но мы очень надеемся, что трудные времена минуют, и мы снова с вами встретимся в нашем зале, где будет звучать прекрасная живая музыка в исполнении наших детей. И мы вместе с вами будем радоваться их успехам. Все приходящее, музыка вечна. И да будет так! С праздником всех нас! Дорогие коллеги! У нас сегодня двойной праздник – День учителя и День музыки. А вообще у нас получается День учителя музыки. Я всех поздравляю, желаю творческих успехов, здоровья, всего самого-самого хорошего. Разрешите мне поздравить и моих дорогих коллег, и наших учеников, и всю нашу
золотую музыкальную школу с прекрасным праздником, днем, Международным днем музыки. В этот день мы всегда отмечаем, празднуем сами, отмечаем наши достижения, радуемся за своих коллег, за их успехи, за успехи наших учеников. Дорогие коллеги, в канун нашего праздника, Дня Учителя и Дня Музыки, поздравляю вас с этим изумительным днем, чтобы музыка всегда звучала в нашей душе. Потому что мы без музыки никто, мы без музыки никогда не можем прожить. Это наша жизнь, наш оптимизм и наше будущее. Музыка – это самое прекрасное, что есть. Музыка, она заставляет жить, она заставляет творить, она поднимает из пепла, и ради нее мы готовы на многое. Это для нас очень большой и знаменательный день. Еще раз с праздником, дорогие коллеги и дорогие педагоги. Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Музыки. У вас в руках универсальный язык. Ни английский, ни немецкий, ни испанский, ни итальянский. Он, может быть, вами не пригодится. А вот язык музыки, он идеален и совершенен. Он понятен для всех. Вы всегда будете, овладевая этим языком, желанны в любой компании. Этот язык передадите своим детям, внукам и правнукам. И живите с ним долго. Спасибо. Поздравляю всех ценителей прекрасного, профессиональных музыкантов, учеников, родителей, любителей музыки. Пусть каждый день наш живет с нами наша любимая мелодия, и день будет радостней и краше. Будем встречать утро в мажорной тональности. Будем повышать диезом радости свою самооценку. Будем понижать бемолем уверенности, смуту и грусть. И будем брать высокие ноты радости и успеха. Пусть музыка будет большой помощницей в творчестве, в жизни, в любви и в работе. С праздником! Поздравляю всех с Днем Музыки, с Днем Учителя с наступающим. Желаю всем здоровья и больших творческих побед. Уважаемые коллеги и вся наша родная музыкальная школа, желаю всем, конечно, крепкого здоровья и творческого энтузиазма, чтобы мы хотели творить, создавать самое светлое, самое радостное, позитивное для нашей жизни. Уважаемые коллеги, я вас поздравляю с праздниками, Днем Учителя и Международным Днем Музыки. Пусть в ваших сердцах всегда звучит музыка. Пусть вдохновение никогда не покидает вас. Я желаю вам удачи, смелых дерзаний, новых достижений и побед на вашем нелегком, но таком прекрасном творческом пути. Будьте счастливы! Дорогие коллеги! Позвольте вас поздравить с нашим профессиональным праздником. Побольше вам терпения, здоровья и хороших учеников. Уважаемые коллеги, дорогие ученики и все любители музыки, поздравляю вас с праздником, с Международным днем музыки. Жизнь каждого из нас немыслима без музыки, ведь она окружает нас повсюду. Пусть же она станет для вас источником жизненной энергии, оптимизма, хорошего настроения и веры только в лучшее. Пусть она украшает каждый раз ваш день и наполняет прекрасными искренними чувствами. С праздником! Дорогие преподаватели, коллеги, поздравляю вас всех с наступающим Днем Музыки и, конечно, с Днем Учителя. Желаю всем крепкого здоровья и терпения, которое в нашей профессии необходимо как воздух. И, конечно, всем счастья, гармонии, душевного спокойствия и хорошего настроения. Приближается один из самых прекрасных праздников в году – День Музыки. И День Музыки, конечно, особенно важен для нас, сотрудников, учащихся музыкальной школы и, конечно, их родителей. Поэтому всех их мне хочется поздравить с этим прекрасным праздником и пожелать всего самого доброго, и чтобы музыка в их жизни всегда приносила им радость, счастье, чтобы им всегда было интересно жить, интересно слушать, интересно исполнять. В общем,
прекрасной, музыкальной, счастливой жизни. Уважаемые коллеги и все тем, кто неравнодушен к семи нотам в любой их последовательности. С праздником вас! С наступающим Днем Музыки! Здоровья вам, благополучия, творческих успехов, благодарных зрителей. И помните, что пандемия – это временно, а музыка – вечно. С праздником! Мы хотим поздравить всех учителей с Днем Учителя и учителей, которые учат наших детей музыке, с Днем Музыки. Я очень рад, что учусь в вашей школе. Я надеюсь, что у вас будет все всегда хорошо. Вы вкладываете душу. Я очень рад, что учителя еще есть на этом белом свете. Я поздравляю всех педагогов учителей с Днем Музыки и Учителя. Желаю счастья, здоровья и железных нервов. Поздравляю всех учителей музыкальной школы номер один, чтобы все было хорошо и отлично. Я поздравляю педагогов, всех, кто любит музыку. Педагогов я поздравляю, моих учителей с Днем Музыки, а всех, кто любит музыку, с Днем Музыки. Поздравляю. Желаю вам всего самого наилучшего, хорошего настроения, удачи. Я поздравляю всех музыкантов и учителей музыкальной школы с Днем Музыки и всех учителей всех школ с Днем Учителя. Поздравляю с Днем Музыки всех учителей, желаю счастья, здоровья, чтобы у них всегда было все хорошо и чтобы дети были послушны. Я поздравляю всех педагогов с Днем Учителя. Желаю счастья, здоровья и всего хорошего. Дорогие наши ученики, их родители и коллеги, поздравляю вас с наступающим праздником, Международным Днем Музыки. Музыкальный язык – это самый распространенный язык в мире. Куда бы мы ни приехали, везде музыканты поймут друг друга. Поэтому занимайтесь музыкой, любите ее. И я вам желаю дальнейших высоких творческих достижений. Поздравляю всех учащихся и наших учителей, преподавателей, наших родителей с Днем Музыки. Желаю только одного – творческого подъема для наших детей, терпения для наших родителей, здоровья нашим учителям, деткам и нашим родителям. Поздравляю всех коллег с Днем Музыки, желаю творческих успехов, достижений, целей в конкурсах, концертах. Также хочу поздравить с наступающим Днем Учителя, всем учителям здоровья, выдержки и успехов. Хочу поздравить от всей души всех преподавателей с Днем Музыки, с Днем Учителя. Пожелаю всем творческих успехов. И чтобы творческий полет никогда не останавливался. С рождения живет музыка с нами. В ней песни дождя, колыбельные мамы. Звуки мелодий и их переливы делают мир наш добрее и красивее. Семь дневных вод гуляет по свету. С Днем Музыки я поздравляю планету.